В Кумыкском театре прошел концерт фортепианной музыки. Один из самых знаменитых пианистов страны, народный артист России Юрий Лозум, исполнил произведения Моцарта, Баха и Бетховена. Также дагестанский зритель стал свидетелем выступления Юрия Богданова и солистки театра имени Станиславского и Немировича Данченко Марины Макеевой. Гости приехали в рамках фестиваля «Где рождается искусство». Это своеобразный смотр музыкальных школ. Путешествия по всем городам страны, эксперты выбирают лучшую из них. Победители получают грант в размере 100 тысяч рублей, а самые талантливые воспитанники и педагоги именуют стипендию от Юрия Розума. Шанс победить теперь есть и у юных музыкантов нашей республики. Первый раз вот наш проект проходит на Кавказе, и в частности в республике Дагестан. И хотим сказать, что сегодня были мастер-классы, и выяснилось, что у вас замечательные дети, которые учатся у замечательных педагогов, которые передают им эту традицию русской фортепианной школы.